Грелка Happy Baby. Она небольшого размера, но на самом деле для новорожденного самое то. Когда у моего малыша были колики, эта грелка нас очень спасала. Мы ее нагревали в микроволновке, как здесь написано. Здесь есть инструкция, как ее хранить, как ее использовать теплой. Вот ее можно либо разогреть в горячей воде, либо подогреть в микроволновке. Клала ее в полотенчик и на живот. И ребенку это очень помогало, только с ней он мог заснуть. Будьте внимательны, потому что при нагревании в микроволновке у меня вот она треснула вот в этих вот двух местах. Оттуда начала выливаться жидкость, которая внутри. Но, тем не менее, я заклеила моментом. Пока вроде держится. Грелкой довольна.